Здравствуйте, дорогие друзья! 4 апреля 2018 года отметил юбилей знаменитый поэт-песенник, народный артист России и Украины, лауреат двух десятков международных конкурсов и премий Илья Резник. Ему исполнилось 80 лет. Давайте поговорим сегодня о нем, авторе всенародно любимых шлягеров. Илья Резник! Мне Бог послал этого человека. Хочу сказать, что он очень счастливый, потому что эти песни ушли в народ. Многие, сидящие в зале, которые помоложе, выросли на них и выросли очень хороших людей. Давайте хорошие слова говорить при жизни. Однажды мне довелось побывать в компании, где присутствовал Илья Резник. Дело было на дне рождения шансонье Бобы Грека. Гости уже добрый час сидели за столом, когда в зал ресторана не вошел, а вплыл, как океанский лайнер вплывает в порт, Илья Рахмильевич Резник. Ироничный, седовласый плейбой в ослепительно белом костюме. И я сразу вспомнил, как почти все бывшие мужья Аллы Пугачевой называли его просто и емко – барин. Мне, правда, первым пришло в голову другое определение – граф. Но сути дела это не меняло. Глядя тогда на этого холеного господина, мне подумалось о том, насколько обманчива все-таки бывает внешность. Разве скажешь, что рос Илья Резник без отца и матери, фактически брошенным ребенком, которого усыновили и воспитали приемные родители отца? Добрые, но чужие, по сути, люди. Невозможно было поверить, что в юности долговязый и застенчивый парень напоминал не баловня судьбы, а скорее гадкого утенка. И чтобы прокормить семью, работал на заводе электриком, рабочим сцены, лаборантом в мединституте или, стирая руки в кровь, греб целый день на лодке в парке культуры и отдыха, катая отдыхающих. И только с четвертой попытки поступил в театральный институт. Впрочем, обо всем по порядку. Я молодым когда-то был, еще вчера, вчера. Я шел, бежал, летел и плыл, я жил. Etc. Но пред собой держать ответ, всем наступает срок. Что сделал ты за столько лет? Я сделал все, что мог. Что было, вспомнить не могу в младенческой поре, но помню крошки на снегу в блокадном январе, отцовский госпитальный лик, провал небритых щек, и то ли шепот, то ли крик. Я сделал все, что мог. Я помню первый мирный год и первый резвый класс. Урок идет, а он поет, уйди и пой без нас. Пел в хоре, не жалея сил, ходил в драм-кружок, с подножки прыгал и курил. Я делал все, что мог. Я помню петербургский дом, где с бабушкой я жил. Полусиротство горький ком меня не иссушил. И хоть мне случай не испек рождественский пирог, переступив через порог, я сделал все, что мог. Я рвался в театр, я пылал, как люстра в 1000 ватт. Я так старался, так играл, чтоб ахнул Ленинград. Но зритель мне, зевнув, сказал: «Игрок, ты не игрок». И я шагнул со сцены в зал, я сделал все, что мог. И вот я с лирой за плечом гуляю по Неве, а стих звенящим бьет ключом в горячей голове. Я массу песен написал и кипу буйных строк про чудеса, про небеса. Я делал все, что мог. Да, время, лекарь, это так. Маг, время, наконец. Но каждый миг, но каждый шаг твердят, что время – жнец. Колосья дни летели прочь, снопы ложились в сток. Мои сонеты, сын и дочь. Вот творчество, итог. Я жил в работе и в тоске, и в радости бывал. И карандаш в моей руке все чаще оживал. Я говорил себе: не лги, и честь свою берег. Есть у меня теперь враги. Я сделал все, что мог. О, жизнь, тебя боготворю, какой бы ни была, все больше тех, кого люблю, в ком рад сгореть дотла. Когда ж нежданный юбилей настиг меня, как рок, я пригласил моих друзей. Я сделал все, что мог.
Илья Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде в семье политических иммигрантов из Дании, приехавших в Советский Союз строить счастливое будущее в начале 30-х годов. Детство поэта пришлось на трудные годы. Он пережил голод в блокадном Ленинграде и много лет спустя вспоминал: «До сих пор я не могу забыть постоянного чувства голода. Приходилось есть все подряд, какие-то крешти, траву. В одном доме, куда я пришел, варили кошку. Страшное было время». Но Илье повезло. Повезло выжить, и по дороге в жизни он был эвакуирован на Урал. В 44-м году от тяжелого ранения, полученного на фронте, скончался от ран отец. Мать недолго переживала утрату и вскоре, выйдя замуж, уехала в Ригу, оставив сына приемным родителям, бабушке и дедушке по отцовской линии. Они усыновили его, и его отчество в паспорте Рахмельевич – это имя деда, а не отца. По отцу он – Леопольдович. В новом браке у матери артиста родилось трое детей. Сегодня все они живут в Израиле, и, несмотря на былые обиды, Илья Рахмельевич прекрасно общается со своими сводными братьями и сестрами. Да и маму он, конечно, тоже простил, и до последнего дня старался, чем мог, помогать ей. Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны, в сердце маленьком горе бездонное, в сердце словно отчаянный гром. Ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. В школе Илья Резник занимался бальными танцами и гимнастикой. Мечтал поступить в Нахимовское училище, чтобы в будущем стать адмиралом. Но после 10 класса подал документы в театральный институт. Как я уже сказал, ему не удалось поступить ни с первой попытки, ни со второй, ни даже с третьей. Счастливым оказался 58-й год, когда с четвертой попытки Илья Резник наконец стал студентом актерского факультета. За год до поступления в ВУЗ в 57-м году умер основной кормилец семьи, дедушка Ильи. И чтобы прокормить семью, Илья брался за любую работу. Ведь прожить на бабушкину пенсию и студенческую стипендию было невозможно. После окончания вуза в 65-м Илья Резник поступил в труппу театра имени Комиссаржевской. В это время он находился в постоянном творческом поезде. Работал над словом, писал песни к театральным спектаклям, репризы, участвовал в «Капустниках». В 69-м году Резник написал свою первую песню «Золушка», которая прозвучала в исполнении Людмилы Сенчиной. Песня принесла поэту всесоюзную популярность. Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал. И художник на манжете мой портрет нарисовал. И сказал мудрец известный, что меня вели нет. Композитор пел мне песни, и стихи читал поэт. В 1972 году Илья Резник покинул театр и посвятил себя песенной поэзии. Первый международный успех принесла нашему герою композиция «Яблони в цвету», музыку которой написал Евгений Мартынов. И хотя первой ее исполнила София Ротару, слушателям она запомнилась прежде всего в исполнении композитора Евгения Мартынова. Яблони в цвету, за мною мчатся. Яблони в цвету, зимой снятся. Вновь издалека плывут в виденьях белые снега. Цветов и все
майский день. От яблони белый, яблонь молодый в твоем саду. Яблони в цвету, яблони в цвету. Какое чудо! Яблони в цвету, яблони в цвету. Я не забуду, только дни считать. Не стану в грусти, просто буду ждать весны грядущей. Было и прошло, твердит мне время, но им на слово тебе я верю. Верю в майский день, верю в майский день. От яблонь белый, яблонь молодый в твоем саду, в твоем саду, в твоем саду. Постепенно песни Ильи Резника начинают звучать, как говорится, со всех эстрад. Но все-таки звездный час маэстро наступает тогда, когда на его стихи обращает внимание примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачева. Именно она настояла на том, чтобы Резник с женой и сыном переехали в Москву. И почти год, пока они не обзавелись своим жильем, Илья Рахмельевич вместе с супругой и сыном жили у певицы. В их совместном творчестве есть такие песни, как «Без меня тебе, любимый мой», «Монологи певицы», «Маэстро», «Старинные часы», «А ты не знал», «Звездное лето», «Балет», «Фотограф». Да всех, пожалуй, и не перечислить. В 80-е по телевидению нередко показывали Аллу Борисовну в компании с Ильей Резником. Невооруженным взглядом было видно, что их связывают очень теплые отношения. В народе тут же стали судачить о бурном романе певицы и поэта. Но на самом деле за их общением не стояло ничего, кроме крепкой дружбы и совместного творчества. Хотя, конечно, импозантный и талантливый Резник никогда не был обделен женским вниманием. Первой женой маэстро стала заместитель директора театра эстрады в Ленинграде Регина. В этом браке родился сын Максим, который работает журналистом, и дочь Алиса. Со своей второй женой, узбекским балетмейстером Мунирой Аргумбаевой, поэт познакомился в Ташкенте, когда записывал программу для группы «Садо» с Азизой и Милой Романиди. Восточная красавица очаровала его женственностью, лаской и покорностью. В этом союзе родился сын Артур. Но, увы, после долгих лет брака супруги разошлись. К сожалению, их расставание сопровождалось бурными скандалами и выяснением отношений, чему центральные каналы российского телевидения посвятили не один эфир. Не так давно, в 74 года, Илья Резник женился вновь. Его третьей спутницей жизни стала Ирина Романова, красавица и спортсменка. В прошлом мастер спорта по легкой атлетике СССР. Это ты тихонько плачешь, не жалея слез горячих, потому что ты поссорилась со мной. Ну вот тебе моя рука, прости, коль я всему виной. И плакать из-за пустяка не надо, милый ангел мой. Вытри слезы, не плачь, моя подружка, вытри слезы. Промокла вся подушка, улыбнись мне, тебе я песенку пою. Вытри слезы, напрасны все печали, вытри слезы. В тебе души не чаю, ты прекрасна, и я до слез тебя люблю. Ты
отчаянно красиво, но до ужаса ревниво, и меня ревнуешь каждому столбу. На звонки не отвечаешь, только горестно вздыхаешь, проклиная несчастливую судьбу. Ах, глупенькая девочка моя, других не надо мне взамен. Все о тебе, все для тебя. Ты божество мое, мой плен. Помимо сочинения песен и стихов, Резник иногда вспоминал и о своей актерской профессии. Так, в 81 году он снялся в эпизодической роли в картине «Приключения принца Флоризеля», где сыграл обаятельного преступника-аристократа. Мне этот человек известен под именем председателя. Это он любит председательствовать. Вы мне кажетесь наиболее мужественным среди всех этих людей. Помогите мне. Ваше высочество, здесь вам никто ничего не скажет, но... Говорите, говорите. В Кенсингтонской тюрьме сидит человек по имени, которого я не знаю. Он приговорен к смертной казни. Mm-hmm. Может быть, он. Хотя я на его месте не рискнул бы. Даже так? Да. Но вернемся в Москву 80-х, куда недавно переехал Илья Рахмильевич по приглашению самой Примадонны, Аллы Борисовны Пугачевой. Увы, никакие даже самые теплые дружеские отношения не бывают безоблачными. И порой пути дороги Пугачевой и Резника расходились. Впрочем, мы, слушатели, от этого только выигрывали. Судите сами. В одну из таких размолвок Резник вместе с Раймондом Паулсом решили назло Алле Борисовне взять и сочинить хит для новой звезды. Так родился знаменитый дуэт «Вернисаж», который на съемках «Голубого огонька» исполнили в 86 году доселе никому неизвестная певица Лаймой Вайкули дуэтом с уже тогда знаменитым Валерием Леонтьевым. Наверное, Саша, как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекраснее ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Поздний вечер, летний зной. А вот венелся я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Смятение вы мое и грусть, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем, вы не со мною. Мои надежды, ясный свет, я шел вам столько долгих лет. Но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж. Но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Был зимний вечер, летний зной. А вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Несмотря на успехи, Резник не миновал черных списков на радио, дважды поступал в Союз писателей, и хотя книги его вовсю издавались, оба раза был отвергнут. Особую неприязнь к поэту испытывал первый секретарь ленинградского обкома партии Григорий Романов, который славился, в кавычках, конечно, своим ярым антисемитизмом. Говорят, что по его личным указаниям имя Резника неоднократно вычеркивалось из афиш творческих вечеров поэта.
Но, к счастью, как мы помним, в конце 70-х по предложению Пугачевой Резник перебрался в Москву, куда уже не могла дотянуться рука всесильного ленинградского царька. И несмотря на то, что в отношениях поэта и певицы нет-нет, а пробегала черная кошка, творчество было для них важнее любых обид. В 86-м году по сценарию Ильи Резника был снят фильм «Пришла и говорю», где главную роль сыграла примадонна. Вот оно как бывает, что-то в кино обо мне забывают. Дело принимает странный оборот, я не понимаю, ведь время идет, и к тому же идет вперед. Так оно совсем уйдет, а я же молодая, я же не худая, и к тому же женщина, которая поет. Все так необычно, все так непривычно. В окнах и взорах розовый свет. Райские птички поют фантастично. Все так романтично и так симпатично. И очень логично, что только в кино. По ночам снится мне столько киносценов. В них с одной рядом, но просто нет слов. Маэстро Пазолини, господин Феллини и Никита Михалков. Эй, режиссер, что ж ты время теряешь? Эй, режиссер, почему не снимаешь? Время уходит, стучит позор. Меня нет на экране до сих пор мы ведем ненужный спор. Мы ведем ненужный спор. Пока я молодая, пока я не худая, наводи прожектор и включай мотор. А потом наступила перестройка. Я вспоминаю одно из интервью маэстро конца 80-х годов, где в каждом слове сквозила тревога за будущее. Авторские отчисления стали платить нерегулярно, да и рубль превратился к тому времени в бумагу. Старые звезды вдруг стали никому не нужны, а новые запели совсем другие песни. В 91-м году Резник уехал со спектаклем «Игра в Распутина» или «Ностальгия по России» на Запад. Кстати, он сам сыграл в этой постановке роль Распутина. Но продюсер, суливший «Золотые горы», оказался обычным авантюристом. И чтобы выжить там, Резник начал активно сотрудничать со звездами русской эмиграции. Его песни исполняли Михаил Шуфутинский, Жанна Волкова, Валерий Моисеев, а уж королева шансона Любовь Успенская и вовсе доехала на его кабриолете до самой Москвы. Эту песню Резник написал на музыку композитора Гарри Голда. А я сяду в кабриолет, уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет. В середине 90-х годов Илья Резник вернулся в Россию. Песни на его стихи вновь зазвучали с эстрады в исполнении как старых, так и новых звезд. Маэстро не только много сочиняет, но и занимается общественной деятельностью. Долгое время он возглавлял общественный совет при Министерстве внутренних дел России. Был и остается членом многих других серьезных организаций. Но на первом месте для Ильи Рахмелевича, как и прежде, творчество. В 2000-х он неожиданно вспомнил о своем актерском прошлом и снялся в нескольких киносериалах, а также написал саундтрек комедии «Новогодние мужчины». В последние годы Илья Резник особенно много пишет для детей. Песни на его стихи входят в репертуар нескольких детских коллективов.
говорить о многогранном таланте юбиляра, знаменитого поэта-песенника Ильи Резника, можно, конечно, еще очень-очень долго. За свои заслуги он множество раз был отмечен государственными премиями и наградами, среди которых и Орден Дружбы, и Орден за заслуги перед Отечеством. Но думаю, что для нас с вами важнее всего его песни, которую делают жизнь ярче и добрее. С днем рождения, Илья Рахмельевич! Живите, творите и радуйте нас новыми произведениями. Долгих вам лет! Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Старинные часы еще идут. Старинные часы еще идут.